Положили деда в больницу, пришла его бабка проведать, принесла ему баночку деревенских яиц, естественно, в помете, в перьях, и на тумбочку поставила. Идет обход врачей. Врач заметил, после обхода говорит медсестре: слушай, ну ты сходи в 7-ю палату, деду яйца помой. Она хлоп, дед на кушеточку моет, ему дед в шоке, бабка за 40 лет не мыла, а тут молодушечка намывает. На следующий день та же самая ситуация. Она говорит: ну я же тебе сказала, дед, ты яйца помой, а? Она: ах, зараза, дед жалуется. Берет деда, хоп, шампунями, лосьонами, кремами, там, ух, драет ему все. Дед в шоке спрашивает у мужиков по палате: вам-то моют яйца? Они: нет, дед, думает, блин, ты что такое? На третий день снова такая ситуация. Она: ну я же тебе сказала, деду яйца помой. Она: хлоп, деда, бреет ему, моет. Дед в шоке, звонит бабка. Он такой: слушай, баб, забирай меня отсюда, к операции готовят, кастрировать хотят.